Главная площадь областного управления госавтоинспекции. Торжественное построение личного состава. В честь праздника благодарственные письма за добросовестную службу и большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения губернатор Денис Паслер и начальник регионального УМВД Вадим Серебрянников вручают лучшим сотрудникам ведомства. Традиции, которые были заложены нашими ветеранами, за что им огромные слова благодарности. Но самое главное, сегодня личный состав, который уважительно относится как к традициям, так, самое главное, к жителям и гостям нашей области. Я хочу сказать вам за это огромные слова благодарности. В преддверии Дня семьи, любви и верности наградили супружеские пары, которые рука об руку несут службу и сохраняют семейные ценности. Виталий и Лариса Солоповы познакомились еще в школе. Позже приняли решение вместе пойти на службу. В браке уже 16 лет. Виталий – инспектор дорожно-патрульной службы. Лариса – инспектор исполнения административного законодательства. В их семье трое детей. Старший планирует пойти по стопам родителей. Супруги признаются, для них служить России – призвание души. Испытываем гордость за нашу страну, за нашу державу, за ту мощь и силу, в которой мы сейчас находимся, за то, какой вклад в общество несут наши профессии, за, в первую очередь, помощь людям, которую оказываем мы непосредственно каждый день. В память о погибших при исполнении служебного долга к обелиску возложили траурную ленту и цветы. Анна Овсяникова, Никита Сергеев. Новости дня.